Ребята, всем привет! Сегодня в Кустанае зажжение елки. Вот иду в сити-центр. О, салют! Ребята, всем новогоднего настроения! Сегодня официальное зажжение елки. Вот сколько много людей. Вот такая вот елка на главной площади у нас. Вот. Здесь сцена. Людей, конечно, очень много. Концерт идет. Сейчас посмотрим вечерний Костанай. О, здесь, смотрю, что-то сделали. Сейчас поближе подойдем, посмотрим. Все, закончили здесь фигурки делать. Здесь я снимал, только были льдины, лед. Сейчас здесь снегурочка из льда. Там подсветка. Кролики. Здесь вот 2023 год, такая арка. И Дед Мороз из льда. Вот. Здесь красная подсветка. Люди, конечно, фотографируются, такая очередь, говорит, надо днем приходить. О, подарочек из льда. А, концерт продолжает идти. Многие люди уходят, кто-то только приходит. Отлично. Новогоднее, да. Ты старенький. Сейчас подошел к фигуркам, их, смотрю, уже все закрасили, но людей, конечно, много, и их так как бы не поснимаешь, конечно, как я до этого снимал днем. Кстати, сегодня снег выпал ночью, прям даже красивее как-то стало. Да. Классный Батыр, конечно. Хорошо сделали, красиво так и разукрасили. Золотая рыбка. Ой-ой-ой, чуть не сбили. А вот, ребят, Дед Мазай. По телефону мы недоступны. Зайцами. Отойди мне зайцев. О, сколько их много. Лотал Даркосе. Классная сказка. Как он одежды менял с дырками. Свою одежду на хорошую такую. Интересная сказка. Кто знает, напишите, кто читал. Здесь Мишка. Кстати, сейчас еще горка работает. Многие приехали с детьми, с тюбингами. Наверное, устал. Мама везет, а сам отдыхает. Да, разукрасили. Медведица с медвежатами. И разукрашивать не надо. Они белые, только нос и глаза черным покрасили. Здесь фонтан, смотрю. Снежинками украсили. Вот такого, ребята, предновогоднего настроения. Здесь с Новым годом написали снизу. Здесь тогда, помню, мужчина работал, резал эту фигурку. Такие шарики продают, можно купить, светящиеся. Он спрашивает, сколько стоит. Школа лицей номер 1 подписана. Напротив КГУ тоже горку будет делать. А это парк аттракционов.
Колесо обозрения работает. Не знаю, до этого она работала или нет, но сейчас работает. Может, из-за праздника его запустили. Даже очередь есть. Здесь находится касса. Вот такая вот очередь. Ну, конечно, из-за праздника. Так бы людей бы не было. Но цена на колесо обозрения 500 тенге. А 440 детский, да? Да. Детский 440. Кстати, добавили тоже новые аттракционы. Вот машинки точно не было. Ну, такие вот детские. Жанна жил, Жанна жил, Жанна жил. Кутты болсын, Жанна жил. Смотрите, у нас еще динозавры ходят здесь. А здесь вот где фонтан, смотрю, тоже какая-то подсветка будет. Но сейчас чуть не светится. Ее еще устанавливать будут. Вот она. Кстати, до этого были дни такие холодные, прям морозные. Вот видео тоже снимала, щеки мерзли. А сегодня погода такая прям замечательная. Еще снег выпал, как-то тепло прям стало. Не знаю, где-то градусов, наверное, минус 7. Примерно так. Красивую арку сделали. Сейчас подхожу к сцене, пойду на горку. Она слева прям, с левой стороны. Ох, ничего себе, далеко уезжает. Кстати, классную горку сделали. Четыре полосы. И очереди не такие большие будут. Че, ребят, как горка? Катались? Да, только тут людей много, болит все, когда ударяешь. Да? Да, и когда лезешь, очередь большая. Ну, это сегодня, наверное, то, что большая. Да, вчера и позавчера поменьше было. Да? Ну как, горка вообще нравится? Да, быстрая, большая. Быстрая, да? Вот такая вот горочка. Здесь родители стоят, детей ловят. По ступенькам аж очередь. На ногах. Чем больше вес, конечно, тем дальше уедешь. Тест-драйв. Да, молодцы. Классную горку сделали. Довольно-таки быстро построили. С подсветкой. На камеру тоже мерцает свет. То, что разная чистота. Скажем, шибет. Это вообще офигенно. И у нее очень, она очень красивая. Красиво, очень, да? Интересно. И быстро. Вот, ребята уже протестили, да? Здорово. Только очередь, наверное, то, что большая, да. Тяжело, да? Людей много. Хотя все равно, я смотрю, 4 полосы сделали. А если одна была бы, еще тяжелее было бы. Сейчас, если так будет активно кататься, то до Нового года вообще горку раскатают. Даже до елки будет доезжать. У кого веса больше или вдвоем дальше проезжает. Дети, конечно, там останавливаются. У кого маленький вес. Очень многие с тюбингами, на ледянках. Можно оторвали. Вот такой вот тюбинг можно взять и все, и кататься. Синий-синий иний лёг на провода, в небе тёмно-синим синяя звезда. У-ху. Только в небе тёмно-синим. Синий бой мчится, дымки голубой, не за синей птицей. В гостинице Медео красиво украсили. 23-й год уже написано, там вон елки светятся. Классная гостиница. Здесь, кстати, сразу три гостиницы, можно сказать, находятся. Медео, гостиница вот эта целинная. И напротив будет гостиница «Турист».
Вот гостиница «Целинная». Раньше, конечно, она по-другому выглядела. Вот это гостиница «Целинная» и напротив прям гостиница «Турист». А там вот раньше, помню, казино было. Ну, в казино я не ходил, да и возраст я маленький еще был. Но здесь в «Целинной» раньше стояли игровые аппараты. Мы играли, 50 тенге закидываешь и крутишь там фрукты. Вот. А вот она, гостиница «Турист», прям напротив «Целинной». Ну все, ребят, вот такая вот небольшая получилась прогулка по центру города. Также хотел поблагодарить и передать большой привет Олесик. Ну все, всем добра, всем пока.